всем заглянувшим. Сейчас мы с вами будем оборзевать посылочки от Борнов. Почему посылочки? Потому что они мне начинали отправлять обзорную всякую мутату еще, по-моему, в феврале. Значит, смотрите. Начнем с того, что вот эти, значит, 4 лака, это капельки. Я их попросила на обзор. Ну, после нашего там какого-то обзора я же сразу написала им отчет туды-сюды. Вот. Ну и выбрала вот эти новинки. Значит, я вот просто что-то запамятовала. Они мне, значит, пришли. Потом они мне написали... Они мне пришли без 4. То есть их там 7, по-моему. Всего 7 капелек. И одни прозрачные, ну, которые капли растворяют. Помогают, в общем, пятна эти делать. Вот. Они мне отправили 2 разными посылками. Я же решила дождаться 2 посылку. Вот. И я ее, в общем-то, до сих пор жду, потому что я им говорила, я 2 часть не дождалась. Тыры-пыры. Потом, значит, они мне написали, давайте мы вам пришлем там еще какие-то новинки. Ну, это они там, может, что-то по своему выбору, они мне вон прислали вот эти, что ли, 2. Я им говорю, пришлите мне, не пришли капельки, 2 половина. Это топ, кстати, который, этот, как это называется? Сейчас. Термотоп, во, вспомнила, господи. Так, сейчас мы с вами будем все щупать. Это, я не знаю... вот эти вот 2, которые чьи стемпинг лаки, чьи-то лаки для ногтей. В общем, капельки у меня не вся коллекция, а вот только то, что мне прислали, только то, что мне дошло, если быть точнее. Просто сейчас у них на сайте распродажа 15% по коду OFF15. Просто вдруг кому-то сейчас из вас надо там заказать что-нибудь. Сниму сейчас видос на них. Я просто не знала, когда на них снять. Они у меня лежат, пока там вообще не сгнили нахрен. Я даже не знаю, что вот это. Вон, смотрите. Anti-overlow glue. То есть... Может быть, это Cuticle Defender? Что такое оверфлоу даже? Не оверлоу, а оверфлоу. Короче, вообще я понятия не имею. Шоцы. И что с ним делать? Ну, сейчас мы с вами будем все щупать. Я вот не знаю, мне как с вами распаковывать или самой. У меня тут просто и пластины понасобирались. Цвет такой клевый, да? Какой-то клей. Вот и поди пойми. Может, это для фольги клей. Ну, мы намажем, конечно. Так, вот этот красный. Я не помню, почему он без фольги. Открывала я его или чего с ним стало. Dark Armor. White Knight Series. Смотрите. Тут приклеено не ровно. Ясно, ну, короче, вообще не особо желает клеиться. Ну, в любом случае, я не знаю, что это. Потом какая-то матовая серия. Так, фокус, давай. Вон, видите? Не знаю, что за матовая серия. Я вас не звала, уходите.
Что это там? Ой. В общем, пока я ждала, то потом они мне говорят, мы вам выслали там какие-то новинки. Я думаю, ну ладно, подожду месяцок новинки. Потом они мне сами пишут, какие бы вы хотели посмотреть новинки. Я там что-то выбрала. Они говорят, ну, вышлем вам новинки. Короче, дело в том, что я все время ждала новинки. Постоянно что-нибудь жду. Потом же у меня был период несъемный. Так, ну, вроде я все расчекрыжила, девчи. Ну, давайте посмотрим. Я вот принесла типсочку с матовым одним ногтевским. Это значит... Видно вам цвет? Что это 05 The Heart of Moon. А, знаете, еще я что вспомнила? Я когда вот эти капли брала, мне какой-то цвет пришел. Ой. Там, в общем, какой-то цвет перепутан. То ли вот этот розовый. Тут 02, значит, написано. Это 01. Вот, по-моему, 01. Там у них... Он 0,1 идет одновременно как капли. И одновременно 0,1 это, по-моему, вот этот прозрачный топ. И мне, по-моему, вот в этой посылке должен был прийти прозрачный. А в той вот этот синий. В общем, я уже не помню, девчонки, уже почти год прошел. Пора уже, в общем, свои хомячьи запасы вытаскивать. Во, вот, наконец-таки, блин, ко мне дошли хоть какие-то капли. Мать их за ногу. Ах. А то мне ж те розалиндовские не дошли. Так, подождите, кота покормлю. Так, продолжаем разговорчик. Тю, я тут все оросила. Прикольно. Жалко, конечно, что этой нету штучки, которая растягивает цвета. Но капли у них хорошие, надо заметить. Тё, у этого что-то кисточка какая-то дубовая. Тё, тё, что-то с ней стало вам видать? А ну, погодите. Та фок из здесь ты. Сейчас, погодите, погодите. Такс. Смотрите, что с кисточкой. Это что, она склеилась? Что там? Очень странно выглядит кисточка, пипец. Ой, ну я и, короче, сводч запорола, но суть в том, что это нормальная жидкая кисточка какая-то странная. Попробую ее, может, в ацетоне размочить. Не знаю, что за фигня. Короче, из трех капелек мы, в принципе, получили и зеленый, и фиолетовый. У нас оранжевый, желтый и синий. А, это не оранжевый, это розовый. Это розовый с желтым сделал нам оранжевый. И получился еще зеленый, синего с желтым. Блин, что с кисточкой, вообще непонятная хрень. Так, давайте попробуем, что вот это за клей. Антиоверлоу. Пойди вот упади. Так. Просто я сейчас пощупаю, если у него какая-то липкость есть. Тут мусор какой-то есть. Оп. Посмотрим. Может, Cuticle Defender, может, это для фольги. Что это за фигня? Понятия не имею. Так. Все, отодвигайся. Так, все, это типса у нас тестовая, хрен пойми чего.
Вот это тоже хрен пойми чего. Я вам покажу. Если у вас что-то из этих серий есть, вы мне хоть сообщите, что с этим вообще делать. Так. Вот мои типсы. Чуть-чуть встряхиваем. Тю. Он прям сильно осел у меня, валяется ж уже не пойми сколько. Так. Тоже непонятно, что это. То ли лак для ногтей, то ли лак для стемпинга. Хз. Чё пишут-то? Sugar Bubbles Series. Грейпфрут смузи. БП-07. Вот, в общем, не знаю, что это. Так, давайте красный посмотрим. Это для стемпинга или нет? Мы, короче, конечно, в стемпинге тоже их пробнем. Вот, видите, это 05 White Knight Series. Тоже это лак для стемпинга или лак для ногтей. Ну, сейчас пощупаем. Плотненький, наверное, лак для стемпинга. Хотя от катайцев можно все, что хочешь уже, да? Так. Потом у нас идут два матовых. Блин, надо вот это подклеить, а то у меня потеряются последние связи. Что это вообще за фигня у меня? Блин, отклеивается. Ладно, клей я капну туда. Так, погодите. Сейчас эту возьму типсочку. Так. Давайте вот эти два матовых сюда попробуем. Смотрите. Это матовая серия. Так и написано, третий номер. Я тоже не знаю, ой, где она находится там на сайте. Я, конечно, посмотрю, что смогу найти ссылки. Но хз. Серебряные какие-то крупички. Я их совсем слегка встряхиваю, потому что не могу сильно мешать. Кисти болят. Четвертый это номер. Тоже матовая серия. Так. Так, фокус где? О, тут поприкольнее цвет. Шоколадочка какая-то. С серебрением. Но эти лаки, конечно, не похожи на лаки для стемпинга. Мы-то попробуем, но что-то они слишком похожи на лаки, которые просто ногти красят. Так. Давайте попробуем теперь вот этот лак, который топ, который этот самый. А, подождите, давайте этот розовый еще посмотрим, что он делает. Ничего не делает, не знаю, девчонки. Вообще похоже, правда, как на клей для... А, может быть, это клей, который... Снимается вместе с покрытием. Фиг знает, что потолще надо было нанести. Но он, правда, стягивается. Фиг знает, что это за фигня вообще. Может, и Cuticle Defender. Блин, понятия не имею, что это такое. В общем, если кто что знает, вы мне напишите.
Это они мне просто прислали, говорят, у нас там что-то вышли, какие-то новинки, мы вам пришлем. А, даже не пришлем, а уже выслали. Ва! Ну, в общем, да, такие дела. А вот это тоже все. Лаки. Все, этот не просох, и он... Не, может, у меня, конечно, галлюцинации, я не знаю. Так, давайте как раз вот этот вот топ-термо попробуем на темном и на светлом. По матовости. Ну, на ощупь он... Не сказать, что это песок. Нет, на ощупь вообще не песок. Просто какой-то такой велюровый. Это не матовый, он велюровый. Велюров. Так, все, в общем, сейчас я помажу. Тён, тёмный, ёханый бабай. Ну, посмотрим. Фиг знает. Не люблю я вот всякие такие, знаете, непонятные посылки обозревать, которые я вот не просила. Потому что они мне не нужны и, как сказать, не, ну, я не знаю просто, что с ними делать, потому что я на них и их не планировала. То есть вот эти два лака, вот эти два лака. Ну вот топ я просила, капельки я просила. А что просто с этими обычными лаками делать, я вообще хз. Ладно, пусть, короче, сохнут. Не, ну если это лак для стемпинга, тогда он, конечно, в хозяйстве пригодится. Но... А вот это вот нахрена они мне вот эту липучку какую-то прислали. Она не липкая. Отходит, как клей. Фиг знает, вообще непонятная фигня. Так. Нахрен. Потом я заказывала, если кто помнит, у Барпретий вот эти лаки прозрачные. Покрывать стемпинг, вон, No Smush, которые не мажут стемпинг, были по 30, что ли, рублей. Вот я точно не помню. Но я взяла несколько. Давайте сейчас какой-нибудь проверим, мажет он, не мажет. Они вроде все с одной серии мне прислали. Вроде все правильно. Я просто знаю, что они приходили, эти лаки, и мазали стемпинг. А у меня они, прикиньте, уже полгода, наверное, валяются. И я понятия не имею, мажут они, не мажут. Вообще хз. Мы, наверное, сейчас давайте пластины расчекрыжим. Вот. Пластины я точно просила. Это, значит, пластина Харумюса. Я ее заказывала для того, чтобы добить купон с вот этими лаками топами. Это мне понравилась пластинидзе из-за трехглавого дракона, собственно. Она просто тоже выходила что-то в районе 40, что ли, рублей. Грех было не хапнуть до кучи, ну я и хапнула. А так больше ничего мне тут и не особо. Ну, пегасик, ничего. Ну, в общем, сейчас будем щупать с вами. Так, потом мне вот приходили просто пластинки на обзор. Что это? Я, если честно, даже не помню, просила я эти пластины или нет. Что они там мне слали. Вот насобиралась. Куча обзоров. О, какая классная пластинка. Я такое люблю. Видать вам что? Прикольная. Ну, как люблю. Я мультяшки не люблю, а когда они вот так вот именно художественная рисовка, мне нравится. А, из-за этого чисто рисунка брала. Да, больше ничего интересного для меня тут нет. Так, это что? Ну, тут цветы, конечно, сделаны хорошо.
Цветы, бабка вот это очень детально. Тюльпанчик один неплохо выглядит. Интересно это щупануть. Так. Тут что у нас? Котики. Прикольные котики. Не помню, что я его, как, когда и зачем просила. Так, это уже новые упаковки у нас пошли. С окошечками. Что тут у нас? Хэллоуинчик. Классная рваная вот эта сетка колючая. Это какой-то таксидомаск. Ей-богу. Так. Что у нас дальше? Тоже какой-то хэллоуинчик. Деревья, деревья. Что листики к ним не сделали? Ну, это вот сейчас то, что у них выходило. Это не старье. Так. Вот тут письмена клевые. И скелетики тут клевые. Очень даже. Хорошая пластиночка. Симпатично выглядит. Стильненько, я бы сказала. Так. Это у нас города, городишечки. Ну, просто прикольная пластина. Так, тут. Чё? Ага, тут цветуёчки. Я хоть с вами посмотрю, что у меня там лежит и лежит, лежит и лежит. Подводная пластина, это с лета, да, лежит. И это тоже с лета. Ну все, сейчас я их расчехлю и пощупаем. Так, девчи, я, значит, в горячую воду макнула эту типсу. Значит, где у нас темным мы помазали? Он посветлел, но голографию я не могу уловить. Голографию. Не знаю. А ну. Фиг знает. Не вижу голографию. Давайте на красный сейчас еще нанесу. Где он? Вот он. На красный и на вот этот бежевый. Ну, тоже, когда вот эта новиночка вышла, топ вот этот термо, сразу заинтересовал, конечно же. Но я уже так забыла про него. А ну-ка, фокус там есть хоть? О! Не знаю, я не вижу голографию. Фиг знает. Она очень мелкая. Надо 3 слоя, что ли. Неплотно полосить. Не вижу голографию, вижу просто точечки. Ой, тю, влезла. А в бидончике вроде видно, да? Смотрите. Видно, что эти мусоринки голографируют. А на типсе почему-то не видно. Вот хз. Ну ладно, сейчас подмажу. Вот это, где я свезла. Пусть оно просыхает. Мне бы в конце видео не забудь вам показать работоспособность этой голографии.
Да, кстати, вот эту штуку я попробовала, нанесла на мясо. Это глу, не клей для фольги, это Cuticle Defender все-таки. Ой, сейчас я вам покажу. Это все-таки Defender. Че ты мне теперь будешь тут липнуть? Розовенький. Так, все, больше ни по кому у нас вопросов, получается, не осталось. Сейчас высохнет этот товарищ. Давайте начнем с осматривания пластиницы. Фокус. Значит, штампик у нас бэнг-бэнг и креативчик. Также у нас трансвестюга. Не заус. Прекрасно. А, давайте перво-наперво попробуем с вот этими двумя лаками. Мне все интересно же знать, для стемпинга они или просто для красоты. Где скребуночек? Оп. Фиг знает. Нет, наверное, не для стемпинга все-таки. Просто лак. Просто какой-то лак. Так, и красненьким давайте попробуем. Ну, вот это, например. Да, вот этот больше похож на лак для стемпинга. Разорвало у нас тут чил медведа-свина. Так, значит, красный это у нас все-таки для стемпинга. Смотрите, White Knight Series. Это у меня 5-й номерочек. А вот этот бежевый, это просто какой-то лак. А, Sweet Bubble Series. 07. Не знаю, девчи, я вообще не слежу за лаками Борна, потому что мне лаки не интересуют. Ничего не могу вам сказать про них. Чё за серии? Какой баран? Куда пошел? Так. Так. О, ничего себе, девоньки, Борны работают. Так, мне надо почистить мой ролик. Так. Ну что, высох? О, высох Defender-то. Вон, видите? Надо было его погуще, что ли, намазать как-то. Но он розовенький, прикольный. Так, отлично, это мы выяснили. Так, все, едь от Седова. Давайте-ка теперь вот это посмотрим, что у нас тут. Точечные рисунки. Ну, их уже только этот... Только линии вы не сделал. Оп. Прелестно, девчи. У Борна, что ли, качество улучшилось. Ну, конечно, мы их давно еще и не щупали, но... Обычным лаком работают. Ну, молодцы, а. Вот это да. Что ж у них такой спад был? Что прям противно было их трогать. А сейчас прям работают, смотрите, точки все работают. Ну, ничего себе. Ну, молодцы, что травят, а. Не, ну а что не похвалить, раз они улучшились. Молодцы. Так, давайте. Эту еще часть потрогаем.
Офигенно. Можно, значит, ворнов хапать уже. Отлично, мелкие точки, переносится все. Прелестно. Даже прицепиться не к чему. Так. Опять у нас тут лучор, могут быть мальоры. Оры. Бешеных козлов в лесу. Так. Оп. Оп. Прелестно. Тонкие, смотрите, какие полоски. И все работает. Очуметь. Вот это борны дают. Ну, удивили, так удивили. А я еще, кстати, что их коллекционировала, сидела вот. Не кайф было их щупать из-за санности их гравировки. Вообще что-то не кайф было. А сейчас прямо молодцы. Ты посмотри на них, что они травят. Давайте лаком для стемпинга вот эту штучку. Может, это, конечно, и не для стемпинга, но он пигментирован очень даже. Еще и простоял год почти. Блин, на неудобном таком месте этот полурисунок прям пипец. Еще и неудобный он такой. Ладно, черт с ним. Так, чистим штампик. Факт в том, что контур работает. Если что, этот контур всегда можно на ногте, так скажем, догнать. А, кстати, представляете, эти капельки. Во, ацетоном не оттираются. Пипетчик. Поперегамачили мне коврик. Мне так нравилась эта зеленая ковруля. Так. Ой. Что-то там у меня зацепилось. Опс. Листики, рыбки, горы. Все в порядке. Чтобы мы никуда не влезли. Тритон тут, чи Посейдон, чи все они там вместе взятые. Сейчас попробуем с этой радостной акулой захватить. Такс. Девчи, ничего себе, тут мокро. Вот это да. Качество вот этой пластинки просто вообще на высоте. Отличная пластинка. Я еще, кстати, смотрю, что я хорошо лака натолкала в эту в девку и в акулу. Да, да, тут прямо надо нормально пихать. Смотрите, тоже мокрое. Вот это да. Вот это борны травят. А чё мне не встать? Так, а ну давайте их полости проверим. Не знаю, захватим ли мы инопланетянина, ну, попробуем сейчас. О, знаете что, девчи, у этой пластины гравировка лучше, чем вот у предыдущей с вот этой полостью. И тут даже она мокрая, смотрите. Вот эта пластина просто супер качество имеет. Как будто это вообще не борны даже. Смотрите, на штампе даже остается. О! Туды их умать. Вот это они травят. Вот это мне нравится.
А ну, да, уже высох. Да, я думала, он, видите, не хватило чуть-чуть инопланетянину полбашки снесло. Давайте попробуем. Хочу кусочек вот этих с рыбками вот так зацепить. Очуменная пластина. Молодцы. Прямо вообще удивили, так удивили. Смотрите, какие тонкости. Мокрое все. Крутяк. Вообще. Чехотенько. Так, давайте вот эту сетку попробуем. И дальше пойдем. Отлично, и сетка вся мокрая. Видать? Прелесть. Так, где второй штампик? Все. Чистим. Так, как он там, ой, видать, ой, погодите. Так, щупаем цветочки, лютики. Так, интересно, удивит ли нас сейчас эта пластиночка. Оп, оп. Даже немножко такие сыроватые тут напевы. Опс. Так. Вообще я не помню, что мной управляло, когда эту пластинку брала на обзор. То ли из новинок больше меня ничего не вштырило. То ли еще какой хрен. Ой-ой, не пачкайся. Такие сырые линии, да. Интересно. Это отлично. Вот она, клиентоориентированность. Молодцы, Борны. А все почему? Потому что мы им пишем, что качество у вас засанилось. А так, когда все хвалят, лишь бы прислали. Хвалят, а ничего и не меняется-то. Оп, отлично, девочки, смотрите, мокрые полосочки. Видать вам, чи нет? Вроде видать. Ну, норм. Пластинкой с этой все в порядочке. Какая-то однообразная. Так, дальше у нас города, городишечки. Давайте вот эти полосы попробуем. Опс. Прекрасно полосы работают. Давайте. Чем трансвестюга заканчивается, что ли? Вот эти вот попробуем. Прямо угловые. Да, тут лучше бы действительно гравировочка. Так, куда притулить? Смотрите, вообще нету пробелов. Хотя мы с угла брали. Отличная. Так. Ладно, давайте вот этот угол сейчас Бразилию с Америкой щупнем, а то я смотрю, тут какие-то тонкие. Тонкие линии есть, точечки какие-то. Оп. Прекрасно работает. Девчи, смотрите, аж мокро. Мокро. И вот это солнышко, видите, все точечки перевелись. Офигеть, не встать. Вот это они чебучат. Что-то на них это, как это говорится, молодость вторая, что ли, у них там напала на них.
О, кони! О, травят! О, давайте вот этот миленький велосипедик попробуем. С какой-то мельничкой. Оп! Оп! А, миленькая картинка. Кстати, сырая такая, да. Так, все, давайте дальше. Пластины, не сказать, что разнообразные. Так, а ну-ка, сейчас я чуть-чуть подвину. Оп. Вот так. Теперь у нас Хэллоуин. Вот самая офигенская, вот это прям по качеству с ума сойти можно. Тут мышки сверху. Вот это прикол. Смотрите, что тут делается. Оп. Слова и мышки сверху. Еще и мокрые. Пока ему сдыхалось, уже все высохло. Но мышки поблескивают. Прикольно. Хрен пойми, правда, что там написано. Очень мелко, но работает же. Так, давайте вот этих скелетняшек. Скелетяшек. Так. Оп. Ну, мокрые скелетняшки-то. Смотрите. Прекрасно. Пролесно. Очень радует прямо. Так. Ну и давайте вот эти полоски попробуем как-нибудь вот так вот. Вот так вот, а вот так вот. Намажем. Отлично. Мокрые эти штуки. Прелестно. Так. Чистим штампики. Одну секундочку. Так. Все, давайте следующую. Тут у нас тоже Хэллоуинчик. Давайте начнем с этой стороны. Правда, что ли, трансвестюга у нас того, этого? Ай-яй-яй. Что делаете? Опс. Отлично. Смотрите, как все мокро. Вот это да. Вот это балалайка. Давайте деревья с зомбарями сейчас хапанем. Так, оп, зомбари, прелесть. Я ж разволновалась, тут по стулу ерзаю, как конина по этому хлеву своему. Вот эти мне нравятся крапушки. И какие-то блохи там летают. Оп. Опсь. Так, надо уже первертататалум делать, девчи. Шо вы молчите? Шо вам ни пса не видать? Так. Вот он наш перверто. Давай сюда обратно. Такс. Ну и попробуем, наверное, вот эти деревья с луной да с домиком. Девочка какая-то. И байдух. И дальше полезем орудовать. Опс. Прекрасно. Мокрые эти все рисунки. О, девчи, я что-то в шоке. Удивили так удивили. Молодцы, Борны. Что, исправились? Это же прекрасно. Так, еще одна хэллоуинская. И потом все, потом...
Дальше пойдут обычные. Так, давайте таксидомаска попробуем. Раз у нас этот самый наш, как его зовут, товарищ, хочет сказать, что он заканчивается, мы им все равно будем проверять. Просто если он у нас закончится, мы не сможем проверить, все ли пластинидзе работают с обычным лаком. Прелесть. Help me. Черепок с ростком. Прекрасные рисунки. Отлично. А какое сердечко, да тут еще птички. Как мило. Ой, кто-то там еще повесился. Интересно. Девки пляшут. А вот, кстати, и девки на метлах. Ядрить-мадарить. Давайте вот эту луну сейчас. Интересный, кстати, рисунок, надо заметить. Ох, не люблю я красный лак отмывать, конечно. Мокро. Ну, это, правда, лак для стемпинга, так что. О, кстати, надо этот пластину-то проверить еще обычным лаком, а то что-то я это того самого. Так-сь. Опсь. Отлично, девчи, с обычным лаком мокро все, смотрите. Молодцы, вот это реабилитация. Вот это я в шоке сейчас пребываю. Это же прекрасно. Девоньки. Так, теперь котики у нас пошли. Давайте мы сначала щупаем трансвестюмой. А потом я дальше лазаю этим лаком для стемпинга. Хотя терпеть не могу красный лак отмывать. Он обязательно вот эту белую окрасит, как сучка. Оп. Вот тут тонкие линии. Тонковатые. Неужто перехвалила? А ну-ка давайте. Сейчас вот так попробуем с вот этим товарищем котом. Так. Работает. Кот, вот где много лака наливается, там даже поблескивает. Но тут гравировочка тоненькая. Надо просто быстрее. Немножко шуроватый. А ну-ка, давай еще раз трансвестюгу юзанем. Оп. Ну да, тут все-таки тонковатые линии. Ну ладно, что поделаешь. Не все же идеальные клепать. Помещаемся к вам. Давайте попробуем бабку вот эту. Эта бабка мне прям очень понравилась. Она такая хвилигранная. Оп. Так. О, вот у этой пластины отличное качество. Смотрите, бабка мокрая. Бабка мокрая. Кто же ее облил, сука? Страшный сука. Так. Что мне еще с этой пластинки нравится? Розочки нарисованы. Очень приятно. Очень-очень. Давайте розочки красным сделаем. То я все сижу, насилую трансвестюму свою бедную. Так. Опсь. Да, розочки нарисованы именно в каком-то художественном стиле. Очень хорошая гравировка, остаются на штампике. Да, у этой пластинки прямо вообще отлично все. А вот, давайте вот эту полую попробуем. Сколько надо тут толкать.
И как оно с трансвестюгой сработается? Оп. Прекрасно сработалось, девчи, даже мокро. Смотрите. Ой, на фоке где-то. Вот. Я постараюсь найти ссылки на пластины точно, потому что пластины я просила. У меня на них должны быть ссылки. Оставлю. Так, а давайте вот это... О, кстати, а давайте трансвестюгой попробуем вот эти прям совсем тонкие горы, не горы. Хрен пойми, что это. Как оно справится. Так, так. Ну вот некоторые линии у гор, конечно, очень тонкие горы. Но это трансвестюга. Давайте спецлаком. Ну вот эти тоже очень тонкие. Попробуем. Так. Ну, спецлаком, конечно, все сработало. Блин, загадочная пластина. У бабки очень тонкие линии, прям хорошо сработались. А горы что-то вот соновато. Может, еще раз попробовать именно горы. Сейчас помните. О, красный полез везде и всюду. Подлюка такая. Сейчас я помочусь со своим. Вот сатанье тут. Еще раз трансвестюгой горы попробуем. Все-таки, в принципе, ну, пластинка клевая. Такая бабская, классическая пластинка. Опс, не падать. Так что, если тут одни горы, вот это будут не работать, это не смертельно совсем. Надо... трансвестюгу уже бодяжить кем-то. С чем-то. Так. Скорей. О! А сейчас горы даже мокрые получились. Видать, нет? Хз. Ну, короче, сейчас все с горами, а то и с горами. Все в порядке, девчи. Так, все. Вот эта пластинка прекрасная. Просто очень тонкие вот эти горы. С ними надо быть аккуратными. Так. Дальше шо. Давайте крестик вот этот попробуем и ручоночку. Оп. Прекрасно. Мокро. Тонкие линии. Поряди. Так. Все, дальше не знаю, что еще щупать. Ну, давайте вот эту медузу. И суровое сердечко. Оп. Отлично, девчи, работает. Ай, гляньте, как будто рука тучку нажимает, а оттуда баба сыпется. Вызываю одну бабу. Тык. Так, что у нас тут дальше? Щупнем. Да что вы тут все падаете-то? Взяли моду. Оп. Отлично. Очень тонкие полосочки. Выглядит прелестнейше. Так. Дальше у нас вот эта сказочная пластиночка. Мне она нравится. Прям что-то в ней есть. Я хоть не люблю мультяшки, но некоторые рисунки нарисованы очень классно. Такой стиль прям прикольный. Этот
Я сначала не хотела, думала, гадала, потом все-таки решила именно эту взять пластиночку. Отлично, смотрите, как мокро в этой полости. Мокрые полости. О, вот это завывающее, прямо классное. Очень клевое, тоже мокрое. Вот эта девочка, капюшончик прям блестит. Что еще тут интересного? В общем-то и все. Не, ну вот это еще ничего. Давайте ее попробуем. Что-то у нас с вами обзор какой-то долгий. Ну, я извиняюсь, у нас и пластин тут не 5 штук. Так. Ну и что еще? Что еще? Чу-чу-чу. Давайте вот это вроде ничего еще. Оп. Клевая пластинка, вся мокрая, короче, все блестит тут. Прелестно, девоньки. Текс, 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 текс. О, вот тут гвоздь этого номера. Крапочереп этот, хэдкраб. Давайте его, чтобы... Ну, вот так вот как-нибудь захватим. А там уже сколько схватится. А-а-а! Класс, девчи, смотрите, оно все мокрое. Погодите. Во-во, вот так надо. Видать, что оно блестит? Вроде да. Прелестно. Краб, конечно, вообще клевый. И шляпочка. Что-то есть в ней. Такс. Чистим штампик. Ну и, собственно, все. Мне эта пластинка из-за краба понравилась. Так, давайте лошадку вот эту с пистолетиком. Господи, лошадь с пистолетом, что она принимает? Ну и пистолет хороший, лошадь, смотрите, все блестит тоже. Все полости, все позаливало как надо. Так, ладно, все нормально с трансвестюгой, работает пластиночка. Ну, девчи, ну молодцы эти борны. Удивили так удивили, я не ожидала вашпе. Клево! Прямо они работают, туда их умать. Без всякой муздохни, просто берешь, переносишь, оно работает. Шикарно. Реабилитировались, будь здоров. Я сошкребла тут как пропинда немножко, ну ладно. Все равно шикарно мокрое все. Отлично, отлично. Так, все, у нас теперь хорунюта на диссертацию. Чистим штампик. Вы вспоминаете, что я вам еще не показала, чтобы я это показала. Давайте срочно попробуем этого змея Горыныча. Оп. Такс. Опс. Блин. Что-то быстро высохла хорунюта у нас с вами. Давайте еще раз попробуем. Не могу выковырить твой в качель трансвестюгу. Во! Сейчас прям дофига налью. Опс. Получше.
получше, но очень тонкая гравировка, вот где бошечки. Сейчас я к вам влезу. Тут именно где бошечки плохо, и плоховато выглядит сама гравировка на пластине. Вот смотрите, какая она тонкая. Вон, видите? Очень тонко. Но все перевелось. В принципе. В принципе, ничего такого. Давайте еще этим лахом для стемпинга щупнем. Ну, с лаком для стемпинга вообще никаких вопросов нет. Но видите, какие дела у Харунюты. Надо тут пошустрей шуршать своими корявками. Так. Ну, давайте вот этого пегасика попробуем. И что еще захватится? Оп. Ну, тоже как-то, знаете, кусочно. Вот этот зверек. Где тонкие линии, в общем, там не очень хорошо. А, о, давайте трансвистюгой вот эти точечки попробуем. Во. Ну да. Сыновато. Ну, хорошо, что она хотя бы работает с лаком для стемпинга. И то хлеб. Хотя, смотрите, а у пегаса-то башка. Башка и... Сейчас я вам покажу. Пегас все равно что-то не фонтан. Где он? Вот он, пегас. Что у него тут? Череп у него. Концы ног с пробелами. Крылья какие-то нецельные. Фиг знает. Нет, что-то это пластина такое себе. А вот Бор Претти однозначно вам рекомендую, девчонки. Реабилитировались, прям по-большому шуруют. Так, и давайте, знаете, что... Тестанем сейчас вот этот лак для стемпинга. Сейчас я выберу что-нибудь. А, чоп-чоп-чоп от седого. Давайте с вот этих цветочков. Какие-нибудь вот эти, например. Сейчас пробнем. Оп. Тампик. Оп. Так. Это снизу у нас, кто помнит, Гелайк, по-моему, розовенький, на обзор там присылали. Не помню, какой там номер. В общем-то, Гелайк какой-то. Так. Давайте распакуем фокус. Распакуем, вот с краешку лежит у меня. Лак для несмазывания стемпингу. Ни одного я не открыла, так как купила, так с лета и лежит. Это ж летом, по-моему, да, акция вот эта была. Сумасшедшая. Ты что там такое делается, господи. Во, наконец-таки. Так. Да что там такое, господи. Вроде ничего с ним не стало, все в порядке. Да, вроде нормально все. Так, а ну-ка давайте к вам сейчас фокусом влезу в телеке. Что-то я не лучше, да, выбрала цвет красный, его не видно на розовом, не пса. Так. Пахнет, кстати, как и... Ой, тюш, что за шерсть? Опять у меня кошачья приправа в хате.
Пахнет он, как мой любимый вот этот в квадратном бидоне. Вообще ничего не размазалось. Все в порядке, девчи. Хотите, даже на соседнем сейчас сделаю. Не, ну просто они были по 30 рублей. Вообще грех было не нахапать. Я ж нахапала и сижу. Смазывает, не смазывает. Кто его знает? Ну, на всех бутыльках одно и то же написано. No smudge. Значит, типа, все в порядке. Оп. Давайте сейчас еще вам вот тут покажу на вот этой типси. Пахнет так же, не смазывает, все в порядке. Радует. Такс. Смотрите, вон ее ложу. Продолжаю ее лозить. Ничего не смазывает. Все прекрасно, повезло стопам. Отлично. Хотя, кстати, красный лак, он самый такой страшный. Он всегда сильно пигмент размазывает. То есть я вот даже почему говорю, что не люблю пластины стирать после красного лака, потому что он все окрашивает. Такое ценное свойство имеет только красный лак. Причем не только для стемпинга, но и для ногтей тоже. Все, и мясо красное, и все. А тут, видите, вообще ничего не растаяло, не потянулось. Отлично. Все, я рада, что лаки у меня не косячные попались. Так, что я вам еще не показала? А, топ. Итак, девчи. Ой, господи, что-то свежевыкрашенный. А, кстати, давайте его щупнем. Ну, сохнет еще. Такс. Где у нас это? С топом. Воду, чтоб не наливать везде. Все, смотрите. Вот он, этот топ. После горячей воды. Ну, вообще, я голографию что-то на нем не вижу. Фиг знает. Нет, вот эти белые, как сказать, белые мусоринки я вижу. Но они как-то больше серебряно, что ли, выглядят. Как-то местно. Так, еще раз теплый. Непонятно. Не знаю. Но в холодной, конечно, вот сразу он темнеет. Но голографию я не вижу. В бидоне она видна прям хорошо. А вот на покрытии что-то не очень. Хотя я бы не сказала, что у меня тут темно. Фиг знает. Ну, вот такие дела, девчи. Я вроде все вам показала. Надеюсь. Если что забыла, в комментах допишу. Все, всем большое спасибо за просмотр. Хорошего дня, отличного настроения, замечательных выходных и пока-пока. Ахапайте борнов, смотрите же, как они исправились. Ёпти.